Ух ты, и снова я, Александр Кривов, печенеги. Ребятка, Розочка, красавица. Ай-яй-яй. Маленькая красавица. Сегодня 7 июня 2019 года. Сегодня наша годовщина. Сегодня 39 лет, как я женат. А такая балдей. Я балдею, ребята. Розочка красавица. Не красавица, да? Да. Высота розочки 80 сантиметров. А вся цвету. Вся полностью. А такая красавица. Розочка красавица. А, ребят, да? А еще одна. Вот, смотри. Ой-ой-ой. Ай, красавица. Я обалдею, ребят. Так. А, смотри. Ну, не красавица. Вся. Вся полностью розочка в цветах. Красавица, да? Такая розочка красавица, да? Дома растет. И пчелка там в розочке что-то себе ищет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Эту розочку брали за плетючку. Ну, посмотрим, плетючка будет или нет. Пойдемте дальше. Смотреть дальше розочки. Ух ты, и снова я, Александр Кривов, печенеги. Ребятки, и такая розочка. Такая розочка наша. Это же домашние розочки. Дома. И пчелочка собирает пыльцу и нектар. Запах обалденный. Ай. Ай. Ну что, поем дальше? Такая красавица. Маленькая красавица. Ах ты моя маленькая красавица. Ой. Я любуюсь вместе с вами, ребятка. Когда жена заставляет полоть розочки, я говорю, ну, хочу. Она... Как снимать, так идешь, а как полоть, так не идешь. Красавица, да? Ай, красава. А здесь морозник цветет рядышком. Вот за розочки. Смотри, вот семена уже высыпались. Там. Нам мы ем семена или нет? Ладно. Не будем искать. Голку в стоге, стоге сена. Ай, красава, ай, красавица, да? Ай, красавица. Ну что, пойдем дальше. Посмотрим дальше розочки наши дома. И такая розочка дома растет. Красава, да? Ай, красава. А рядом белая роза. Ух ты. Большой куст белой розы. Ребятка, здесь вот морозник, смотри, цветет. И здесь уже семена высыпались. Этот морозник цветет
Наверное, уже месяца два. Смотри. Сына надо будет высыпаться. А здесь посмотри, под мозоленько. Ай, красава розочка, красивая. Белая, белая, белая. Пойдем ты дальше. И такая маленькая красавица. Маленькая, маленькая красавица. Розочка. Пойдемте дальше. А. О! А цвет необыкновенный этой розочки. А? Смотри. Ай, красавица моя. Маленькая красавица. Ай, красавица моя. Красавица. Пойдемте дальше, ребятка. Эта красавица только-только распускается. Тоже маленькая красавица будет. Ой, ай-яй-яй-яй. Красавица. Ай. А это рядышком белая. Белая красавица. Ну что интересно, она в прошлом году была розовая, а в этом году почему-то белая. Может, кто знает, почему с розовой превратилась в белую. Может, переопырилась? Я даже не знаю. Красавица. Такая красавица моя. Как я люблю темные розы. Чтобы было красно. Я темная роза. Пойдемте дальше, ребята. На такую розочку пропустили. Ай, красава. На. Ну что, ребят, пойдемте дальше, чтобы не забирать вас драгоценные ваши розы. И такая красавица. Розочки мелкие-мелкие. Она у нас во дворе росла. Мы потом пересадили ее на улицу. Розочки такие маленькие-маленькие розочки. И пчелки ведут, ведут. А здесь рядом ремурус растет. Там розочка. Ребята, вот белая роза. Тоже пересадили мы ее на улицу. Пускай растет. Ну что, ребятка, пойдемте дальше. Посмотрим. И такая розочка распускается. Бутончиков много. Ну, обалдею. Извините, я обалдею. Запах от этой розы обалденный. И такая розочка немножко. А здесь цветет. О, кактус. Оно здесь и зимует, и летом растет, и зимой. И такая наша красавица розочка. Обалдеть, не обалдеть. Смотри. Не, смотри. Смотри, какая. Маленькая красавица. Маленькая красавица. Ну что, ребятка, пойдемте дальше.
И такая розочка красавица. Это зашел я к соседям уже. Смотри, какая большая. Не обалдею. И такая красавица. Видно. Какая красава. Очень-очень красивая. А такая красавица. А такая красавица, ребят. Не обалдею. Я обалдею, ребята. Ну и все, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята.